Стопроцентная готовность. В Ульяновске организовано все для проведения Всероссийской летней универсиады. Первые команды прибудут уже 30 июня, а 3 июля запланирована масштабная церемония открытия на стадионе «Труд». Для торжественной части студенческих игр в эти минуты на стадионе монтируют сцену. Планируется, что открытие посетит министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Подготовка к Всероссийской универсиаде, которая в таком масштабе пройдет в регионе впервые, не утихает ни на минуту до сих пор. Сейчас работаем в режиме нон-стоп, чтобы всякие возникающие вопросы, которые, как классически бывает, возникают в самый последний момент, мы отрабатывали. Действительно, на сегодняшний день зарегистрировалось у нас сейчас 53 региона, но порядка 119 команд. А это 1500 спортсменов со всей страны, не включая болельщиков и других гостей. Волонтерский корпус уже рвется в бой, готовая отдельная программа для зрителей. На все площадки универсиады обеспечат свободный доступ. Сами игры пройдут на открытом воздухе и в залах. Под соревнования подготовили «Волга-спорт-арену», «Фок-орион», «Центр Тэхквондо» и городские парки. Украшают и сам город. Готовим непосредственно благоустройство вокруг площадок проведения соревнований. Ну и наши традиционные места для отдыха. Понимаем, что приезжает молодежь. Очень интересно им будет осмотреть город. Поэтому центральную часть города тоже готовим. Устанавливаем малые архитектурные формы. Об этом Вавилин доложил губернатору. Глава региона прошелся по стадиону «Труд», где состоялась одна из заключительных встреч с оргкомитетом по подготовке к универсиаде. Губернатора также волновали вопросы безопасности проведения игры. Все должно пройти на высшем уровне, заключил Алексей Русских. Ну, отлично, давайте. Мне осталось немного. Максимально отработаем. Вот, проведем универсиаду на самом высоком уровне. Да, все еще. Договорились. Да. Ульяновскую область на универсиаде представит почти 90 студентов из 5 вузов. Состав участников определился в региональных отборочных состязаниях среди студентов. Рената Алиулова, Сергей Кудаков, Ул Правда ТВ.